Всем привет, это ателье Трахмайка. Я вам расскажу сейчас о самом главном аксессуаре, который у нас сейчас продается. Это вымпелы. Кто-то скажет, что они дорогие, кто-то дешевые. Ну, естественно, кто берет у нас их оптом, они, конечно, скажут, что они дешевые. И их оптовая цена примерно такая же, как и конкурентные дешевые вещи, но качество намного выше. Сначала, забегая вперед, скажу то, что сделать один вымпел стоит дорого, сделать много вымпелов стоит дешево, поэтому какие-то вот именные вымпелы, именно такие цветные, будут стоить дороже, чем простые вымпелы. Что внутри этого вымпела? Внутри стопроцентная нефть, стопроцентная ткань, никакой бумаги, никакого картона, ничего подобного нет. Это уникальная вещь. Вот я возьму немножечко запоротый вымпел и вам сейчас на нем все расскажу. Он не боится ни температуры, он не боится ни воды, он ничего не боится. Его можно сжевать, да? Примерно это происходит с ним на почте во время транспортировки, скорее всего, если вы заказываете большой вымпел. Но на солнце он висит и расправляется полностью. На нем не остается ни складок, ничего. Качество печати не теряется на солнце. Его невозможно порвать. Можно сейчас попробовать его утопить, просушить и смотреть, что с ним произойдет. Проведем небольшое испытание. Берем вымпел, замачиваем его в воде. Возьмем еще один продолговатый такой же. В принципе, стирать их не очень нужно. Нет никакой необходимости их стирать. Их достаточно протереть тряпочкой, потому что они не сотрутся, внутренности не разбухнут, как на картонных вымпелах. Но если вы хотите их постирать, можете мыльцем, аккуратненько, или щеточкой, ну, уж просто мылом. Скорее всего, первое, что у вас испачкается, это сама бахрома, но ни в коем случае не вымпел. Сушить также можно без каких-либо проблем. Можно не сушить, он высохнет у вас прямо на стекле. Но я вам показываю не процесс сушки, а процесс того, как он выпрямится после того, как вы его помяли, либо помяла его почта во время транспортировки. Уберем пока воду в сторону. Снова мнем максимально этот вымпел, не щадя, не будем щадить эти вещи. Вот так он выглядит, смотрите. И он снова прямой. Конечно, он еще более выпрямится, равномерно находясь на вашем стекле присосками. Вот так, как здесь, в вытянутом состоянии. Гравитация сделает свое дело. И этот вымпел прослужит гораздо дольше, чем какой-либо другой. Уникальные вымпелы тюнинг ателье Трахмайка. Как заказать? Все ссылки будут в описании. Для оптовиков специальное предложение. Всем пока!